У нас еще одно включение. Мы знакомимся, годовало, да, годики? Да. С годовалой. Очень длинное название, но кавалер там присутствует. Хотя это очень очаровательная девочка. Ее как зовут? Тиффани. Тиффани, ого-го. Татоша, у тебя еще одна Тиффани, подружка. Одна у нас тоже живет где-то на Светоозерске. Ой, ой, ты прямо в камеру. Иди для нашей мамы. Иди, ой-ой-ой, ой, какая красавица. А это тоже. Ну, его можно не снимать. Ой-ой-ой, вот так вот. Вот она какая молодец. Она слушается маму. Нет, не слушается. Это как ее? Я бабушка, а ну, внучкина понятно. Собачка. Внучкина собачка. А бабушка гуляет. Ну, что такое счастье? На руки, вот так. Что такое счастье? Это когда дома есть рыбки, кошки, собачки, и за всем за этим ухаживает бабушка. Как всегда. Ладно, все. И кормит. Да, и кормит, поет и гуляет. Спасибо большое. Всем хорошего настроения.